ॐ कनकजलदगात्रौ नीलोसोनाब्जनेत्रौ मृगमदौ वरभालौ मालतीकुन्दमालौ तरुणी तरुणवेशौ नीलपताम्बरेशौ स्मरो नृवितनिकुञ्जे राधाग्राधिका कृष्णचन्द्रौ ॐ कनकजलदगात्रौ नीलसोनाब्जनेत्रौ मृगमदोवरभालौ मालतीकुन्दमालौ तरुणी तरुणवेशौ नीलपिताम्बरेशौ स्मरो नृवितनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रौ गौड़ीय गोष्ठीपति सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगतगुरु जगतगुरु сказал если вы достаточно удачливы, кто-то задал вопрос, когда возможно получить Бхагаван Спурти в сердце. И Гаудия Гоштхипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру дал ответ. Если по своей удаче вы сможете обрести видение всех лил в сердце, будьте уверены, что сердце наше очистится, будет очень чистым. Если по своей удаче вы сможете видеть все, то, как Гуру Махарадж, движение Гуру Махараджа, то, как он говорит, если все вы сможете видеть четко, тогда вы сможете понять, что сердце очистилось, и очень быстро вы поймете, что может проявиться Бхагават Спурти. Много раз я уже говорил о том, что Гурупад Падма — это прозрачная среда, через которую мы можем видеть все, как оно есть на самом деле. В противном случае нет другого пути, нет другого способа. Кто вдохновляет нас служить Бхагавану? Гурупад Падма постоянно дает нам вдохновение служить Бхагавану, благодаря этому служению мы сможем войти в Нитья-Севу, следуя пути, указанному Нитянанды Прабху. Но в действительности все зависит от моего предания лотосным стопам Гуру Пада Падмы и Парам Гуру Парампаре. Все зависит от этого. Это состояние редко. Когда сердце мое сольется с сердцем Гуру Пада Падмы. Когда Снигда Шишья обретет это могущество, киртан, этот киртан, проявится. То есть имеется в виду, мы сможем применить то, что сказано в этом киртане о таком ученике. Снигда Шишья обладает колоссальным влечением, колоссальной привязанностью Гуру Пада Падме. Он постоянно думает о Гуру. И по милости Гуру Пада Падме, возможно, все. Ничего невозможного не остается для ученика, который обрел милость Гуру. Если Бхагаван удовлетворен мной, я получу абсолютно все.
Если Гуру Падма будет удовлетворен мной, для меня не останется ничего невозможного, я обрету все. Несомненно. Снигда Шишья — это очень серьезная вещь. Кто же такой Снигда Шишья? В Шримад Бхагавата Махапуране описывается это. Все таинства Радха Говинда Лилы, таинства Баджана, Гурудев откроет, если я являюсь Снигда Шишьей. Нет такого таинства, которое Гурудев не открыл бы со своему Снигда Шишье. В Джайва-дхарме приведено множество примеров этому, как преданные юноши из Шринатпура прибыли к Рагунадас Бабаджи Махараджу, чтобы слушать Бабаджи Махараджу, слушать Харикатху. Они, в конце концов, получили Харинам Дикшу, и сердца их изменились, все изменилось в них. Нам сложно поверить, что Гуру Крипа принесет нам полный успех. Из-за того, что у нас материальная концепция о Гуру Пада Падме, мы не можем поверить в это. Гауранга Лила, Кришна Лила, Рама Лила, все это вечно присутствует в трансцендентной Апракрита Даме. Но в соответствии с временем и обстоятельствами, по милости Йога Майи, мы... То есть порой это скрыто от наших глаз. Как Бхактивинода Тхакур порой закрытыми глазами воспевает Харинам. Почему они не могут оставить Харинам? Потому что они обретают все через Харинам. Потому что Харинам может дать все. Почему истинные преданные не могут оставить Харинам? Потому что Харинам дает все. Он, Бхактивинода Тхакур, закрывает глаза и наблюдает Гауранга Лилу, созерцает Гауранга Лилу в своей Свананда Сукада Кунджи. По сей день вы можете созерцать эту лилу, но если вы достаточно удачливы, вы... Бхактивинода Тхакур говорит, пишет в Джайва-дхарме, что двое преданных получили дикшу и устроили пир в честь этого, прасад для чистых преданных. И в то время, когда преданные почитали прасад, но вдруг они перестали вкушать. Это было в Шивасангане. И внезапно они увидели Гора Лилу. Они увидели Шачи Мато, Малини Мато, и они, то есть они внезапно прекратили принимать прасад, потому что они увидели Лилу. Это описывает Бхактивинода Тхакур. Таким образом, мы теплим надежду. Мы не должны быть безнадежными, что мы никогда этого не обретем, что все бесполезно. Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока мы на 100% не приведем наше сердце в гармонию с Гуру Пада Падма, и мы не сможем обрести это могущество, могущество видения. Гуру Пад Падма хочет дать мне все, но если я не квалифицирован, как я могу принять это? Емкость, в которую Гуру Пад Падма должен поместить милость, не готова. У меня нет никакой емкости. Каким же образом я смогу воспринять все, что он хочет сказать мне? Вчера я говорил о том, что
Гауранга Махапрабху, Парампара Акхилешвар, люди недопонимают игры Расалилу. Они думают, что это просто материальные игры. Раса означает раса. Вчера я дал некоторые указания, что Расамая Лила постоянно происходит во Вриндаване, в город Дхаме происходит также Лилы. Но я должен пойти дальше, еще выше. Если есть какие-то подозрения, какие-то сомнения, что Бхагаван не может, наверное, так делать, Гуру Вайшнава не должны бы так поступать, они должны поступать вот так. Вот такие сомнения. Я уже говорил о их то есть об этом в своих классах по Бхагавадгите. Главная проблема в Шаранагати. То есть главная проблема заключается в отсутствии Шаранагати. Под именем Шаранагати мы представляем что-то еще, выражаем что-то, показываем что-то еще. Арджуна необычный человек, тем не менее, он говорит, что я предался. После этого он говорит, я не готов сражаться. Если же, как объясняет Прабхупад, если же стопроцентная шаранагати произошло, как может быть так, что я не обрету силу от Гуру Варги, чтобы продолжать Рупануга Баджан, чтобы продолжать мой баджан? И вот наши размышления, сомнения такие, что Бхагаван, возможно, и не может так делать. Может, он может, может, не может. То есть это настроение оценки. Мы пытаемся оценивать Гуру Вайшнава в Бхагавана, Святую Дхаму. Но Бхагаван может делать все, что угодно, даже то, во что я не могу поверить. Он Верховный Господь. Он может сделать все, что угодно. Вчера я говорил о том, что у людей много разных грязных концепций о Расалиле. Они говорят грязные вещи об этом. И за это они пойдут в ад. В их сердцах пассивная кама. И если мы подбрасываем дрова, то есть это подобно тому, если мы подбрасываем дрова в огонь. То есть в сердцах огонь вожделения. Они не достигли уровня джитендрия, когда сердце чисто от вожделения. Мы уже говорили об этом. Но кама камае калпати, варжита катхита дхана, прайо бижайо нашьяте. We hear, but we forget. Мы слышим, но мы забываем. То есть слушаем, но забываем. Бхагаван Шри Кришна говорит, что это лишь выглядит как материальная кама, но в действительности это абсолютно нематериально. Внешне выглядит одно и то же, как будто бы. В Чайтанья Чаритамрите сказано, Кришнадас Кавираджа Госвами пишет, «Кама и према внешне выглядят
одинаково. Сева и карма также внешне выглядят одинаково. Поэтому Рупа Госвами Пад, будучи очень разумным, дал это ясное объяснение. Чистого бхакти. Анукульена Кришна Анушиланам. Но кто собирается следовать этому? Анукульена Кришна Анушиланам возможно лишь только для Нама Сида Махатмы, Маханты. Слово «анукульена» можно часто говорить, то есть его очень легко говорить об этом. То, что благоприятно, «анукульена» — то, что благоприятно. Но в действительности перевод таков, что это то, что даст полное удовлетворение Шри Кришне, не то, что благоприятно для тебя, для твоего тела и так далее. А гьяна карма... Рупа Госвами пишет, что гьяна является препятствием на пути к моим реализациям. Имеется в виду та гьяна, которая является препятствием. Она запрещена. Затем анабиляшита шуньям. Не должно быть никакого анабиляшита шуньям. Никакого желания освобождения. Одна лишь цель. Если цель ваша не установлена, если четко вы не сфокусированы на своей цели, не может быть и вопроса о том, чтобы вы достигли... То есть не может быть такого, что вы достигнете успеха. Прежде всего, необходимо сконцентрироваться на своей цели. Цель должна быть четко зафиксирована. И в соответствии с этим мы должны двигаться к ней. Гьяна, о которой говорится... В этом стихе материальная гьяна, материальные оценки и так далее. То есть я... Это запрещено. Шрила Рупа Госвами объясняет. А гьяна кармади анавритам — это материальная кама с личной, с желанием личной выгоды. Но бхакти... Ну, бхакти может внешне выглядеть как карма. Мы готовим и так далее, но вся разница в целях, в мотивах. То есть те, у кого нет мотивов, они хотят удовлетворить только себя. Это карма. Материалисты думают лишь о своих собственных приобретениях и потерях, о личной выгоде. И это настроение должно быть полностью стерто из сердца. Бхагаван совершает различные лилы, говорит много разных вещей. То есть Бхагаван объясняет многое Арджуне. И разговор их состоялся. Бхагаван находился на своей платформе. Он Верховный Господь. Кришна Верховный Господь. Нет такого источника, который материальная ананда бы постоянно откуда снисходила на нас. То есть тут все ограничено. Кто-то задавал вопрос, если
Бхагаван самоудовлетворен. Он атмарам, аптакам. Зачем же ему совершать лилы? Зачем ему играть? Ради чего он делает это? Если у него нет никаких целей, и он ничего не хочет достичь, зачем ему этим заниматься? Единственная причина — это то, что он полон игривого настроения. Такова его природа. Как маленькие мальчики делятся на разные команды и играют. Если мы спросим их, зачем они это делают, им нравится играть, вот они и играют. Если нет у них никаких целей. И таким образом кто-то может размышлять, что если... Ну, то есть размышляют люди, что... Даже сумасшедшие могут играть так, наверное. То есть, если нет никакой цели, никакой прайоджаны, зачем это делать? Ответ заключается в том, что почему дети играют, делясь на две команды? Потому что им нравится. Они ничего не пытаются этим достигнуть. У них нет никаких личных интересов, имеется в виду, обрести что-то. Почему гуру и вайшнавы служат так много, претерпевают различные сложности? Разве они что-то имеют с этого? Нет, они лишь хотят удовлетворить Верховного Господа, поэтому они выполняют наставления и служат различными путями. Вчера я говорил, что напрямую и не напрямую парампара Акилешвар Шри Кришна нематериален. Ну, кто-то говорил, но откуда же кровь тогда на поле Курукшетры у Кришны? Все это сделано йога-майей. Если бы не было у Кришны крови, если бы Питама Бишма не стрелял, не поранил Кришну, тогда это не была бы, наверное, правдоподобная лила. Мы бы не прочувствовали эту игру, не осознали. Материалисты не могут понять этого. То есть йога-майя сделала это для того, чтобы материалистам показать всю правдивость этой игры. Те гопи, которые привлечены Кришной, то есть уход Кришны из этой планеты, с этой планеты, все это сделано йога-майей, устроено йога-майей, для того, чтобы материалисты не поверили в это. Поэтому Махапрабху говорит Санатане, в разных Пуранах сказано, что мертвое тело Кришны сожгли. В Сканда Пуране об этом говорится и еще много где. Кришнадас Кавирадж Госвами же говорит, we don't
Мы не хотим говорить об этих секретных вещах. Но что важно, это то, что я... Если я опишу это таким образом, что материалисты не смогут понять этого, цель будет достигнута. То есть те, кто демонический, с демоническим укладом характера, они не смогут этого понять. Единственная причина, по которой лила должна быть сокрыта, для того, чтобы материалисты не поняли ее. Все это происки йога-майи. Все она делает это для того, чтобы те, кто враждебно настроен к Кришне, не смогли понять. Но чтобы преданные смогли наслаждаться этими играми. Во всем Шримад-Бхагаватам нет имени Радхарани. Лалита, Вишакхи, там говорится Браджа-гопи. Ну, общее такое слово. Но мы должны заключить, что там Радхарани присутствует, и все гопи тоже. Прабхупад говорит об этом, что все они там, просто мы не можем этого видеть. Поэтому Шукадева Госвами не углублялся в детали. По просьбе Парикшита Махараджа он начал говорить, и хотел он говорить таким образом, чтобы обычные материалисты, обычные люди не смогли понять. Но полный весь Шримад Бхагаватам дает вам расу. Там нет ничего плохого, никаких материальных вещей. Там все трансцендентное. Это уникальное сокровище для тех, кто достиг уровня Парамахамсы. Вы знаете, кто такой лебедь, который вкушает? То есть для лебедя, если вы дадите ему воду, смешанную с молоком, он будет отделять молоко, выпивать молоко, а вода останется. Но это невозможно для нас с вами. Мы так не умеем. Пользуясь особой техникой, он может это осуществлять. Таким же образом, если в этом материальном мире когда лебедь, то есть мы видим могущество различных мантр, то есть можно останавливать огонь, тушить огонь с помощью мантры. Даже Дурьотхана, когда он был побежден в последний раз, все пытались найти его, но никто не мог увидеть, куда он пропал. Он спрятался под водой. И это было недавно, то есть он мог находиться под водой. Это было не так давно. Сейчас век Кали начался 5000 лет назад. Еще 5000 лет назад такое могущество было у людей. И сейчас нам в это не сложно поверить, как это вообще возможно такое, чтобы под водой находиться так долго. Также различные мантры обладали силой, различные философские камни. И Санатан Госвами описывает это. То есть вы верите Санатан Госвами? Он сам обладал таким камнем, он нашел его, и он его просто выбросил в Ямуну. Он нисколько им не дорожил, он ему не нужен был абсолютно. Санатан Гасай, то есть он жил не так давно. И даже 80 лет назад во Вриндаване известна история, что один саду путешествовал во Вриндаване, наверное, по Вриндавану. И были у него какие-то тапки, какая-то обувь.
some place, there he is doing bhajan, a chapel he put. Next day he is going to watch his chapel is some shining there. What is it? То есть тапки были повреждены, и он починил железным гвоздем, как-то воткнул он. Но когда он возвращался, остановился в каком-то месте, он оставил свои тапки, но через какое-то время он увидел, что эти тапки, они светятся, эта обувь светится, сияет. И он увидел, что железный гвоздь превратился в золото. Как же такое возможно? Тогда все саду решили, что похоже, что этот железный гвоздь соприкоснулся с камнем философским, с философским камнем, как-то незаметно. Во Вриндавандхаме до сих пор происходит много чудес. В Камьяване, где преданный совершает баджан, в Бадринарайне я был много раз. Однажды все саду отправились туда, потому что было получено сообщение, что из этого камня священного, который, наверное, в Бадринатхе, молоко сочится. И также на Радакунде. Но нам сложно в это поверить. Но таким образом, если мы видим, что такое возможно в материальном мире, если это возможно в материальном мире, если это доступно здесь, Чандраканта, то есть огонь не... То есть существует философский камень, который может превращать огонь в золото. И эти истории известны не так давно. Но вы не можете поверить в то, что Кришна может совершать расу. Вы верите во многие вещи этого материального мира, во все всякое волшебство. Но, то есть вы не можете объяснить, почему происходит то или иное явление. Но вы верите. Вы не можете этого понять, но вы верите. Но в то же самое время вы не верите в раса лилу Кришны. Как же это возможно, что Кришна танцует с тысячами гопи, и нет никакой камы у него? Такие вот аргументы вы предъявляете. Но те, кто обретут полную милость Садгуру, те, кто... Тот, кто от гуру, который является Рупануга, преданным, как мы говорим о Бхактисиддханта Такуре, Рупануга Варайте, если мы будем в связи с таким гуру, мы все это будем чувствовать. Бхактисиддханта Такур хранил свои... То есть дал нам книги, и Прабхупад говорит, что... Он постоянно говорил об этом, что у нас есть все сокровища, чего только нет. Все дано Шачитананда Бхактивинода Такурой. Мы лишь должны совершать баджан и ждать, совершать баджан под их руководством. Мы настолько удачливы. Все сокровище дано нам Шилой Бхактивинода Такурой. Прабхупад говорит, мы невероятно счастливы, невероятно удачливы. Все дано Бхактивинода Такурой. И единственное, что от нас требуется, это следовать им искренне, следовать ему, Бхактивинода Такуре, искренне совершая баджан. И мы все получим. Все, что необходимо. У змеи нет ушей. Как же она может слышать? И это удивительно. Она слышит глазами.
Но на самом деле глаза — это же орган зрения. Да, это так, но змея может использовать глаза как для... как уши и как глаза. То есть она и слышит, и видит ими. Мы не можем поверить в... То есть в это сложно поверить, но тем не менее, наверное, мы верим. Йоги могут жить тысячи лет. Как это возможно? Наш Билван Мангал Такур жил 150 лет. Он совершал баджан на берегу Радхакунди. То есть созерцая непосредственно лилы и Рады Говинды. Но мы никак не можем поверить в это, потому что нет никакого научного обоснования этому. Итак, если в этом материальном мире мы видим столько удивительных вещей, почему мы не можем поверить, что для Кришны возможно совершать подобные лилы? Мы знаем, что существует Адвайя Гьяна Татва, то есть нет ничего, кроме Кришны. Без Кришны тут не было бы ничего с начала, середины и конца творения. Все начинается, продолжается и заканчивается от начала до конца, всюду Кришна, все есть Кришна. Начало, середина, конец, все, что мы видим, все это Кришна и больше ничего. Когда Кришна играл со своими преданными, когда Кришна играет со своими преданными, мы выражаем сомнения в эти игры. Когда Рамачандра убил Ракшаси Путану по наставлению Вишвамитра Муни, он изучил все секреты управления астрой от Вишвамитры. И Рамачандра начал сражаться с Тарака Ракшаси и в действительности считал, что невозможно ее победить. Но здесь не присутствует раса татва. То есть какая-то раса присутствует, но она несовершенна. Совершенная раса проявляется в Чаматкара Лиле. Рупа Госвами подговорит. Лила, когда мы видим, что Кришна только лишь принял рождение, новорожденный ребенок, тем не менее, он прикончил Путану. Он, у него нет никакого оружия, никаких мускулов, никакой силы. Тем не менее, он настолько совершенен, что смог это сделать. На каждом шагу он являет лилу. Это не одну лилу, но все, начиная с Путаны, столько демонов было убито, Гасурба, Касур, Тринаварта, Шакатасур, кого только не было там. Повсюду проявлено совершенство этих игр. В городе затем Гавардхана лила. Он держал Гавардхан на мизинце левой руки. Что вы можете сказать на это? 7 дней и ночей без перерыва держать Гавардхан на мизинце?
Браджаваси говорили Нанде, Нанде Махараджу: «О, Нанда, скажи правду, что происходит? Что происходит? Как это возможно семилетнему мальчику держать на мизинце Говардхан? Ты что-то от нас скрываешь? И также эти ливни, такое вот бедствие. Говори правду, что это такое, иначе мы тебя прогоним из нашего общества. Во Вриндаване до сих пор такое настроение. Если мы видим, что кто-то не ведет себя недолжным образом, они исключают из общества. Они заносят в черный список всю семью или одного человека, кто ведет себя неподобающим образом, наверное. И Браджаваси говорят Нанде Махараджу: говори правду, иначе мы исключим тебя из нашего общества. И тогда он отвечает: посмотрите, Гаргамуни пришел. Он приходил сюда. В это время Гаргамуни говорил очень ясно о возвышенном положении этих двух мальчиков. Он сказал, что это не обычные мальчики, это Парампара Акилешвар, который снизошел сюда, в этот материальный мир. И из-за Камса это было сокрыто. Гаргамуни говорит, что если бы вы пригласили людей, все бы узнали о рождении Кришны. Поэтому... Гаргамуни сказал: о, Нанда Махарадж, этот маленький мальчик. Обладает теми же качествами, что и Нараян. Я держал это в секрете, но сейчас, так как вы задали вопрос мне, я должен ответить. Кришно Йогану Бхавам Твам Нишеммендрио Оти Бисмитаха. Индра was stunned to see this. Индра был поражен, видя могущество Господа. Сначала он хотел бросить ему вызов, бросить Кришне вызов. Но потом он увидел, что Кришна, не вкушая ничего, без отдыха, без, даже не двигаясь, держит Говардхан на мизинце. Вот тогда он смог осознать, что о, да, это действительно Кришна. After watching everything, all my personal efforts, all failure,
and is really Parapara Kilesar, without which who can do it? Finally he was in such a position, where to go, how to beg for pardon. This was the condition. Он был в замешательстве, как просить прощения, как извиняться. И это сам Парампара Кришна, когда Рамачандра убил Тарака Ракшаси, он кшатри, он знал прекрасно, как обращаться с Видиастрой. Но все это лилы от начала до конца. Все лилы Кришны уникальны, совершенны. Когда Говинда совершает игры со своей Сварупа Шакти, мы начинаем сомневаться, как же это возможно. Скептично относимся к этому, сомневаясь. В действительности это лишь выглядит как кама, но совершенно не она. Кама — это майя. Кама и майя. То есть где кама, там и майя, где майя, там и кама. В Чайтанья Чаритамрите сказано это. Нет никакой камы в играх Господа. Там, где Кришна, не может быть майи, не может быть камы. Таким образом, Апракрита Килешвар Нандананда Шри Кришна Парабраман, какой бы лилу он ни совершал, все это совершенно. Поэтому все аватары, Кришна Ванда Джагадгуру, то есть Кришна самый возвышенный, Парамгуру, самый возвышенный. Я уже говорил в Рай Рамананда Самвад. Есть изначальная раса. Прежде к творениям не было ничего. Но творение порой проявляется, порой нет. Бесконечное. Бесконечное время, то есть бесконечность, это длится, что сотворяется и разрушается, сотворяется и разрушается, но этому нет причины. В Нитья Джагат иногда мы говорим, что есть отправная точка, начальный момент. В вечном мире, то есть вечно в мире все вечно. Вчера я говорил об этой шлоке. Кто был прежде Радха Кришна?
Гауранга Махапрабху, формула данная в Упанишадах, объясняет: Бхагаван полон игривого настроения. Невозможно одному совершать игры. Поэтому Кришна разделяется на две части и сотворяет все свое окружение. Имеется в виду, приходит весь его окружающий мир. Даже он, Господь остается изначальным, но просто мы видим, что он разделяет себя на два тела. Не так, что это две различные атмы, нет. Атма одна, но она принимает две разные формы — Рада и Кришна, Сваруп Шакти. Если нет различной Сварупа Шакти, если бы не было отличной, существующей Сварупа Шакти, с кем бы он мог совершать свои игры? Когда мы видим, что Кришна играет со своей сваруп-шакти, мы можем понять лилу. В противном случае остается лишь вечно присутствующая лила. Когда мы видим, что... То есть, например, Брахма-ратри, если вы подсчитаете длительность, период дня Брахмы, длительность дня Брахмы, вы с ума сойдете. Точно так же ночь, сколько длится. В соответствии с описанием Шримад-Бхагаватам, раса-лила проходит. Этот период времени, то есть ночь Брахмы. Ночь Брахмы длится раса-лила, настолько она длинна. Но тем не менее, мы думаем, что своими... но тем не менее, гопи думают, что раса-лила проходит как мановение ресниц, то есть как... Они моргнуть не успели, она уже закончилась. Они думают, что раса-лила только что началась, уже прошла. Итак, постоянно мы должны понимать совершенство Кришна-лилы. Кришна-лила пракрита, трансцендентна. Материальная... Материальная концепция запрещена. Для чего мы все это обсуждаем? Для того, чтобы выкинуть из головы материальную концепцию. Материалисты, их знание на самом деле равняется незнанию. Их... Они пытаются сравнить деяния Господа со своими, наверное, всю свою жизнь. Брихат Бхагаватамрите, Шрила Санатана Госвами Пад говорит, различные преданные наблюдают за Кришной с разных точек зрения. Как же возможно было бы тогда, в противном случае, различия в Бхакти? Одна и та же Сварупа Шакти выражается в разных емкостях. Когда бхакти
исходит от Хануманджи Махараджа, это одно бхакти. Когда исходит от Юдхиштхира Махараджа, это другое бхакти. Когда от Васудевы Джидевики, еще одно. Много-много различий существует. Даже дживы могут, как сказано в Брахма Самхите, они обладают различием. То есть они... Почему Махапрабху принес эти книги для нас, сокровища Кришна Каранамриты и Брахма Самхита? Аутентичные книги. Когда Парампара Килешвы Кришна Чайтанья утверждает то, что он говорит, то, что сказал. Но в книгах мы должны верить этому, без сомнения. Там сказано, что Бададжива, обусловленная душа Татаста Шакти, также может войти в Кришна Лилу. Это не шутки. Мы знаем, что Гопа Кумар поднимался все выше, 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 но так и не достиг своего удовлетворения. Потому что он был изначально из Бама Вриндавана. Это просто игра, которую описывает Снадана Госвами. То есть, в конце концов, он не был удовлетворен. Он был в Джагантапуре, скитаясь. Пытался получить удовлетворение, но это было тщетно, потому что в нем была некоторая особенность, которая, как я уже говорил, только Гурудев может помочь вам, он проявит вашу дживасварупу, Прабхупад Гурудев. Я буду говорить об этом, когда буду заключать в заключительных лекциях. Кришна полон разнообразия. Бесконечное разнообразие содержится в нем. Все дживы также обладают кое-каким разнообразием, потому что сачит шакти обладает теми же качествами. Если не в той, то есть четан. Говорится, что четан обладает способностью желать и действовать. Материя не может выражать никакого настроения, не может выражать желаний. Тем не менее, четан васту, по желанию личного, то есть личное желание. И в противном случае, дживы были бы как машины. Но Кришна полон игривого настроения, поэтому он хочет видеть новые дживы, которые приходят, чтобы принять участие в его играх, играют с ним. В бесконечных брамандах бесконечные дживы. Только лишь моя концепция ограничена, мои суждения ограничены, поэтому я в проигрыше. Таким образом, Гопа Кумар в конце концов достиг Вайкунтхи, но там он также не был удовлетворен, потому что в сердце его было нечто сокрытое. Он уже обрел Кама Гайтри. Когда Брахма обрел Гайтри, Кама Гайтри, он стал чувствовать что-то уникальное, что-то особенное. Что он вечный, слуга Кришны, Даси. Он не Дас, но Даси женского рода. Таким образом, Гопа Кумар обладал особенностью. В конце концов, когда он обрел Васту Сиддхи, Гопа Кумар обрел Васту Сиддхи, если пока вы не достигнете Сварупа Сиддхи,
проблемы могут быть у вас. До того момента, пока вы не обрели их, у вас может быть смешано все с майей. Но как только сарупсиддхи достигнуты, у вас будет не препятствие, то есть есть какие-то естественные вещи. Бама лила совершенно, там нет камсы, то есть она, нет, там есть, наверное, камсы, то есть она, это как материальная игра, но на самом деле она трансцендентна. Все это имеется в виду все так же, как в материальном мире, но это трансцендентно. Что такое вастусидхи? Вы можете отказаться от всего и присоединиться к вечному служению. Гопа Кумара в конце концов был удовлетворен на Вайкунтхе и начал повторять он джапу, мантру. И с помощью этого он достиг Голока Дама Вриндаваны. Когда Гопа Кумар ушел во Вриндаван, он увидел, что Кришна, Баларама бегут и поют, а гоматы бегут вместе с телятами. То есть они возвращаются домой. Кришна бежит впереди. Он обнимает Гопу Кумара и говорит: «О, друг мой, почему ты так поздно? Что ты так долго, где ты был? Я ждал тебя долго-долго. Почему ты так долго?» Не было в сердце Кришны никакого неудовлетворения, тем не менее, природа Кришны в том, что он хочет играть с новыми и новыми дживами. Бесконечные. Кришна помнит имена бесконечного количества гомат. И мы хотим сравнивать его с нами. Атмарама означает... Эти титулы, которые перечислены тут. Кто такой Господь? Садананда Парам. Тот, у кого нет никакой связи с Пракрити Майей. Но и косвенным образом. Какая-то связь существует, потому что если бы ее не было, как бы могло... мог быть создан этот мир, все это творение. У Кришны нет прямой связи с Майей. Тем не менее, не напрямую он связан с ней, потому что все исходит от Кришны, в том числе и Майя. Он постоянно вовлечен в игры. Кришна постоянно вовлечен в игры, но с материальной природой у него нет прямой связи. А все обусловленные души, Джива Госвами подтверждает, что обусловленные души получают крипу через Рупануга Гуру Варгу, Рагануга Гуру Варгу. И они также смогут войти в Кришна Лилу, как это сделал Гопа Кумар, обретя Васту Ситхи.
Гопу Кумар вечно теперь там на Голокатхане совершает игры с Кришной. Оригинал Голок Вриндаван, где Антаранга Чит Сакти и Апара Бахиранга Майя Сакти. He is far away, far away. She is far away. Viroja, Nadi, who is one kind of partition between transcendental world and material world, infinity Viroja Nadi, river. This side of Viroja Nadi. Бесконечная Вироджа, река Вироджа. То есть Майя — это бесконечная река, вероятно, наверное, в которой нет ни начала, ни конца. Есть градация. Если наше видение материальное, означает, что мы в Дэвид-Хаме, то есть этот материальный мир зовется Дэвид-Хама. Мир Майя. Кто-то, кому-то нравится обрести постепенное продвижение. Вначале они, то есть вот этот вот процесс постепенного развития, но они достигают реки Вираджа и оттуда. То есть есть прямое продвижение, имеется в виду. То есть, как в случае с Гопа Кумаром, он постепенно, он был тут, там, то есть всюду побывал и не был удовлетворен нигде. Но можно, как говорит Шрила Махарадж, после смерти сразу же отправиться в пункт назначения. Прабхупад говорит, что мы заняты Майей, вовлечены в Майю. Поэтому то есть мы бесконечно вовлечены в Майю. Поэтому все наши суждения, все наши, все, что мы слышим, то есть мы не хотим поверить в то, что мы слышим, основываясь на своих суждениях. И Прабхупад говорит, что бесконечная разница существует между Майей и Апракритолилами. Нет прямой связи Кришна с Майей. Тем не менее. Между ними существует связь. В Бхагавад-гите также говорится. Майя-дхакшена пракрити свете чара-чара. Кришна speaking. Майя-дхакшена пракрити свете чара-чара. This means indirect connection is surely there. From Krishna, actually inside Golok Vrindavan, Mool Sankarsan, after that от Кришны до Голока Вриндавана, Маха Санкаршан. Чатурбху here in Vaikuntha. After that, we can find first Karanam Navasai Vishnu. Каранда Кашай Вишна, Кширада Кашай Вишна и так далее. Много-много существует экспансии Господа. Когда Махавишна смотрит на материальную Майю, только тогда то есть творение постоянно существует, но порой оно проявлено, а порой нет. В соответствии с предыдущими своими самскарами, все дживы входят в Махавишну, и когда Махавишна смотрит на Майю, бросает свой взгляд на Майю, все дживатмы в форме частиц света,
обретает тела с помощью прокрытия материальной. Кто-то принимает тело тигра, кто-то змеи, кто-то мужчины, кто-то женщины. Много-много разных. То есть в соответствии со своей предыдущей деятельностью они обретают то или иное тело. И эта лила постоянно продолжается. Махапрабху говорит, что то есть нет прямой связи у Господа с Майей, он только лишь бросает свой взгляд на нее. И через этот взгляд также все-таки связь существует, но не прямая. Несмотря на то, что у Раман нет, то есть у Господа нет прямой связи с Майей, то есть она не влияет на него, тем не менее, косвенным образом они так или иначе связаны, потому что все исходит от Господа. Таким образом, если мы поймем все это, у нас больше не останется никаких сомнений о Кришна-лиле, о том, кто такой Кришна. Мы будем поражены. Так Кришна совершает свои игры. Постоянно Кришна пребывает в игривом настроении. Мы знаем, что по милости Кришны Апракрита Сарасвати. То есть Кришна говорит о Апракрита Сарасвати, из стебля лотоса. Простите, из пупка. Нараяны на лотосе Брахма проявился. И он не мог понять, откуда он появился, кто он. Но затем Дивья Сарасвати Апракрита Вани Шакти. Когда Брахма смотрел вокруг себя, он впоследствии он получил мантру Кама Гайтри, наверное. И она была очень могущественна. Те, кто повторяют ее в материальном мире, они обретают то, что хотят. Когда садака, становится нишкама, достигает уровня, когда нет никаких желаний, и при этом повторяет эту мантру, он успешно достигает своей цели. Когда садак становится нишкам, у него не остается никаких желаний, он может стать ситхой.
обладателем редчайшей премы. Но если повторять эту мантру с материальными желаниями в сердце, то вы получите выгоду материального характера. Так много-много, что нужно обсудить, но времени нет. Когда Брахма был инициирован, только после этого постепенно он смог осознать, кто он есть, наверное. Абсолютно все он смог осознать. Когда он получил Камагайтри, он получил новое рождение. Иногда мы получаем мантры от Гурудева, иногда от Брахма-сутра, но мы не можем получить осознание. Необходима садхана для этого. Если вы будете совершать садхану, вы сможете осознать. В противном случае, нет. Не сможете. В этом материальном мире я уже начал говорить об этом моменте, об этой шлоке. Санатан Госвами пишет, описывает, что та же самая Сарасвати, которая пребывает в Хануманджи, в Бимасене. Дживы также могут обрести крипу Сарасвати, наверное, в соответствии со своими предыдущими самскарами, повторяя джапу. Когда Кришна пришел на поле битвы, на арену битвы, сражаться с демоном, каждый видел Кришну по-разному, в соответствии со своей, со своей природой любви. Различие в даршане, то есть различие нашего видения. Как вчера я объяснял, что майя покрывает наши глаза, точно так же, как облака закрывают мои глаза, то есть облака не могут затмить солнце. Как какая-то туча может затмить солнце? Каков размер солнца, где оно находится в сравнении с этим маленьким облаком, которое находится неподалеку от нас, по сути, в относительном сравнении. То есть облако не может покрыть солнце, но оно покрывает поле зрения, наше поле зрения. То есть и так, что мы не можем видеть солнце. Кришна всегда пребывает в этом, здесь, но мы не можем повсюду, но мы не можем видеть его, потому что майя покрыла наши глаза. Без Кришны Брихат Бхагаватамрите Санатана Госвами показывает нам о разнообразии в бхакти. Он показывает нам различия в бхакти.
много разных преданных смотрят на Кришну и видят его по-разному. Разнообразие, бесконечное разнообразие в Кришне. Тем не менее, Адвайта Гьяна Татва. То есть Чидатма исходит от Кришны. Если бесконечные различия возможны в Кришне, то почему же, то есть и в дживах также, потому что дживы обладают разными желаниями, разные совершают разные дела и так далее. Если бы все было одинаково, то это было бы как... Без личности. Точно так же в соответствии с медитацией. То есть каждый, наверное... Наратам Дас Такур пишет в своем киртане. Не может быть такого, что если вы всю жизнь не совершали баджан, вы в конце концов станете гопи. То есть, так это невозможно. Шримад Бхагаватам мы знаем. Сказано Шримад Бхагаватам. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что Рупа Госвамипад и Санатана Госвамипад, то есть они попросили Анупаму, своего младшего брата, почему бы тебе не совершать Кришна Бхакти, Кришна Бхаджан, он полон различных рас, в нем содержатся все расы. Он сказал, да, хорошо, я попробую. Но Анупам пытался изо всех сил выполнить наставление Шрилы Рупы и Санатана Госвами, но он не смог из-за его особенностей. Внешне он пытался забыть Раму и совершать баджан. Но у него ничего не вышло, потому что в соответствии с желанием Кришны он обладал своей спецификой, своей собственной природой. Хануманджи Махарадж пришел в форме Мурари Гупты в горы Лили. И Махапрабху также пытался. Он попросил, почему бы тебе не поклоняться Кришне? Кришна полон рас, он более возвышенной расы. Но тот отвечал, о, но моя голова продана лотосным стопам Рамачандры. Все равно ты можешь попробовать, попробуй. Нет. Он принял решение, что он умрет, принял решение умереть, потому что он не смог выполнить наставление Махапрабху. Махапрабху хотел поиграть с ним, посмотреть на него, как он поведет себя в этой ситуации, но он решил умереть, решил, что для него невозможно забыть лотосные стопы Господа Рамачандры, и лучше умереть. Махапрабху
он стал искать нож. Где? А, то есть Махапрабху пришел к нему, чтобы отобрать этот нож. Не обманывай меня, где он? Куда ты его спрятал? Ты сам приготовил, наверное, этот нож. И тот начал плакать. Прабху забрал у него из спрятанный нож. Сказал, что ты решил это сделать с собой. Почему ты не можешь забыть Раму? Я хотел лишь проверить твою огромную любовь, какой ништхой ты обладаешь. Я хотел посмотреть. Ты вечный спутник Рамы. Ты Хануманджа. Я лишь проверял тебя. Тебе не нужно отвергать его. Итак, мы видим, что различные преданные обладают своими собственными настроениями в соответствии с самскарами их баджана. Читание Чаритамриты сказано. Аватары совершенные. Но Кришна он эксклюзивен, он уникален. Полностью выражена Бражандра Нандани. Рамачандра даже в критической ситуации. В то время была полностью другая социальная обстановка. Сита. То есть обычные люди не могли принять тот момент, что Сита была похищена, что он ее примет. То есть, если он хочет удовлетворить свой народ, он должен был отвергнуть Ситу. Если он хотел бы принять ее, защитить ее, то, получается, отступиться от своего долга. Такая ситуация произошла, когда Сита была похищена, Рамачандра проливал слезы. Вся эта лила прекрасная. Но Кришна лила полностью уникально в сравнении. Когда Кришна продан лотосным стопам Радхарани, разве мы можем подобное найти в лиле Господа Рамачандры? Нет. Кришна пытается удовлетворить Радхарани, просит прощения у нее, просит прощения у лотосных стоп. То есть он продал самого себя лотосным стопам Радхарани. То есть он под контролем своих преданных. Кришна, если вы посмотрите сравнение, Кришна уникальна. Кришна лила уникальна. В этом материальном мире мы видим, что тот, кто могущественнее, контролирует тех, кто более слаб. То есть тот, у кого есть власть, может контролировать нас. Но там все наоборот. Кришна может контролировать бесконечные миры. В то же самое время он может сказать «Ахам Бхакта Парадхина». Кто может такое сказать? В этом материальном мире мы знаем, что тот, кто обладает большей силой, контролирует слабых. Но там все наоборот. Все могущие Кришна под контролем Яшоды Ма. Она связала его за талию. А гопи заставляют танцевать Кришну.
Они говорят, я дам тебе ладу или масло, если ты будешь танцевать. Итак, мы видим, что Кришна полностью под контролем своих преданных. И это уникально, непостижимо, что Ишодама, она может связать его, побить его, а гопи заставляет его танцевать. Он просит, дайте мне, он говорит, сначала станцуй. А Нанда Баба, наверное, говорит, о, Лала, неси сюда мои тапки, Кришна. Будучи маленьким мальчиком, несет на своей голове обувь отца. Господь Рамачандра не мог произнести эти строки. Это возможно лишь для Кришны. О, дай мой, дай мне, возложи свои лотосные стопы на мою голову, молится Кришна. Я сгораю из-за апракрита камы. Такая лила возможна лишь в Кришна-лиле. В Бхагаватам мы с разных... Мы можем обсудить это с разных точек зрения, как раса-лила, как все лилы, не только раса-лила, уникальная. Необходимо понять всю важность Кама-гайтри. Не пренебрегайте Кама-гайтри, не играйте с ней. Если вы обрели, если вы ее примете, я очень искренне. Завтра я докажу, что Брахма получил уникальное чувство, обретя Кама-гайтри. Завтра я докажу, что 100% чистая Уната Уджвала Раса, которую дал нам Махапрабху, эффективно, то есть имеется в виду, это не ложный процесс. Она действительно работает, но из-за того, что мы неудачливы, мы не можем этого принять. У нас столько возможностей, но мы не можем совершить прогресс на нашем пути апракрита. Ананда чинмая расо пратибхавитабхи ставирья ева нижарупаттая калабхи голока ева нивасати ахилатма бхуто говиндо адипурушам тамахам бхаями ванча калпатурвасчаки пасинда бхавача патитанан павана бхавишна бхьо намо.